В Дагестане растет число заболевших пневмонией. Об этом сообщают в Минздраве республики. На случай ухудшения эпидситуации уже сегодня разворачиваются дополнительные инфекционные койки в стационарах городских и районных больниц. Это очередь скорых машин. Значительно же разгрузить медорганизации региона, отмечают в ведомстве, может открытие 3 многофункциональных центров, построенных Минобороны страны в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. Однако же для запуска их работы не хватает специалистов. В связи с дефицитом кадров Министерство финансов России направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы. Министр здравоохранения отмечает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается сложной.